Вячеслав Владимирович. Я командир русского добровольческого корпуса. The commander of the Russian Volunteer Corps that entered the territory of Russia's Belgorod region has demonstrated two captured Russian servicemen and addresses the governor of the region, Vyacheslav Gladkov, over their release. Reminding that June 4th is a religious holiday, the corps commander on this occasion invited the governor to a church in the town of Novaya Tavlzanka unarmed. The fighter said he would talk with the governor about the senseless war started by Russia and promised to return the prisoners. Responding to the corps commander's appeal, the governor described the corps fighters as robbers, adding that the wounded Russian soldiers were most probably killed. However, he added that if the hostages were alive, he could meet the commander in Shebekino at the appointed hour. Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Тавлажанке, мы в качестве акта доброй воли, жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем их просто на возможность пообщаться с вами о судьбах России, о той ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь она уже ведется на территории нашей с вами родины, на территории вашей Белгородской области. Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть уникальная возможность пообщаться с нами и забрать двух граждан Российской Федерации, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправили на эту бойню. До встречи! Здравствуйте, дорогие друзья! Обращаюсь к жителям Белгородской области, к россиянам, которые иногда смотрят мои видеосообщения. Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Как мне не тяжело было это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 МАП Шебекино. Гарантирую безопасность. Все.